Привет, и я решила создать новый маленький проект, который будет параллельно идти моему Project Pen. Проект будет посвящен исключительно парфюмерии. К нему я как бы долго подбиралась, скажем так. С одной стороны, я хотела его включить в основной проект, с другой стороны, я понимала, что ну, как бы это маленькие продукты и не очень интересные, поэтому я решила совершенно другой проект этому посвятить, использовать это и выбросить. Почему именно использовать и выбросить данные продукты? Не потому, что они мне безумно нравятся или не нравятся, потому что когда-то я начала, когда расхламляться, постепенно выводила всякие миниатюры, пробнички, и так далее. И вот у меня все равно накопились такие продукты. К ним рука просто так не тянется. Их нужно поставить на видное место. Все, что смогла найти сейчас перед Новым годом, мы активно все моем, убираем. Всегда у нас так заведено. Все выносим из комнат, перебираем, заносим обратно, протираем, моем. В общем, то, что я нашла, будет в этом проекте. Итак, начнем с интересненького. Я беру вот такие вот красотульки, миниатюрочки разных парфюмов, которыми я пользовалась, которые тем более без распылителя. И, в общем-то, там уже, возможно, частички, скажем так, какие-то залезли ненужные. Также вот такие вот красоточки. Не знаю, почему именно вот эти миниатюрки у меня так долго оставались в коллекции, хотя я помню даже в прошлом году и в начале этого года я миниатюрки буквально в карманах с собой носила, а эти как-то вот избежали. Они, кстати, отдельно стояли, не просто отдельно, они вообще в отдельном ящике были. Я как бы поражена была, когда их нашла. Я думала, что я их закончила. Также возьму вот такой вот аметист фаталь. Маленький, ну да, красивый, да, такой очень симпатичный, но нет, нужно избавляться. Также у меня есть от Levant аметист фаталь, когда-то вот из таких миниатюр, а также я беру еще два пробника аметист фаталь от Oriflame. Я переливала все вот в такую тубу. Очень удобно, тут распылитель, и ну, мне так удобнее пользоваться. Также беру два аромата от Новой Зари. Вот тоже подумала, как-то они не очень-то и большие, и их реально закончить. Их можно носить с собой, обновлять в течение дня. Как бы тоже вот вроде бы места-то они много не занимают, но объем у них небольшой. И если я это все закончу в этом году, я постараюсь даже в начале года поднажать на все эти баночки, скляночки, чтобы как можно скорее это все вывести. Я не буду это показывать в косметичках, этот проект. Этот проект будет, так скажем, секретным, чтобы уже потом показать результаты. И опять же, результаты, наверное, показывать тут каждый месяц не будет интересно, а когда уже закончу все или почти все, или что-то вот останется в моей коллекции, тогда расскажу, покажу. В общем, вот такой вот мой маленький новенький проектик. Всем спасибо за просмотр, всех целую, всем пока!